Жители реагировали на наши активности по-разному. К счастью, мы встретили много людей неравнодушных и очень положительно оценивающих наш проект. И, наверное, к счастью тоже, мы встретили и других людей, которые были категорично против и которые были с многими тезисами не согласны. Но такова жизнь. У нас во дворе живут разные люди. У вас здесь, то есть ролетами можно открывать-закрывать велосипеды, и сюда ставятся до 3 велосипедов. У нас в доме самого заселения есть колясочные комнаты. О, освободите! Там никто не ставил ни один велосипед. Я говорю от имени первого подъезда, никто не хочет. Говорила с ними, беседовала, никто не хочет. Но если ничего не делать, ничего не будет меняться никогда. А почему? Мы уже по краю смерти ходим. Поэтому нам, знаете, менять это все. Почему вы не думаете? Ну чем мы недовольны, если будем делать красоту? Хорошо. Я вообще никак не могу встретиться с мэром. У меня вопрос такой. Вот если вы встретитесь, разработать для города не примитивные вот скамеечки, а разработать такие, чтобы они смотрели в городе во всех дворах, на проспектах, на улицах, чтобы было толково. И на скамейке ему посидеть невозможно, и облокотиться невозможно. И он сидит, бедный, торчком на этой скамейке. Вот. И он вышел не отдохнуть, он устал на этой скамейке. Не уставляй свои планы. Чтобы не уйти. Слушай сначала, потом ставишь. Я уже давно слышу. А то первый раз. Вы председатель, я вас не ругаю. Предлагаю не проектировать. Так а что же мы платим за эти, которые отапливают наружу? Отношение жителей к проекту постепенно изменялось. С каждым собранием, с каждым событием во дворе число людей, которые узнали о проекте, становилось все больше. И тенденция такая, когда люди уже видели реальные изменения, когда начался этап реализации стройки, к нам просто во дворе подходит очень много людей, говорит спасибо, и люди по-настоящему в шоке, что что-то хорошее может происходить в нашем дворе, и это здорово.